Привет всем! Сегодня у нас 14 сентября, и мы убираем морковку. Очень долго стояла дождливая погода. Сейчас, наконец, немножко хотя бы подсохло. Но земля все равно, конечно, влажная. И вот сейчас будем вырывать всю морковку. Подсушим ее, обрежем. Ну, будем подготавливать к хранению. Вот такая вот морковка. Чистая, хоть и дожди шли, у нас земля торфяная, поэтому морковка вот такая чистенькая. И вырываем ее без лопаты. Все вручную. Вот столько получилось морковки с одного пакета семян. 17 рублей он стоил. Морковки очень много. Все морковки. Здесь тоже морковка. Там морковка вот повырывали. Такая морковочка в этом году. Большинство крупное, такое вот. Чистенькое. А вот это другой сорт, называется Берлюкум Роял, вроде бы он. Здесь вот такая морковка. Ну, ее совсем немножко, несколько рядков всего сеяли. Ну, тоже вот выросла такая вот морковочка. Она как бы подлиньше и не такая крупная. А вот это вот русский гигант. Она вот такая вот. Крупная, длинная морковка. Хорошо хранится зимой. И немножко с краю грядки тоже сеяли вот такую вот морковку. Называется сибирская медуница. Она так как бы ступоконечная. Ну, такая не длинная. Ну, тоже вот такая вот хорошая выросла, крупная. Здесь, конечно, помельче. Но большинство вот именно вот такой вот крупненькой. Вот так я обрезаю морковку. Раньше мы обрезали вот так. А она потом начинала расти у нас. И мы ее обрезаем сейчас вот так. Тогда она хорошо хранится у нас и не растет в погребе. Вот наш котик Рыжик, он у нас любит морковку, скакал по грядкам. И вот такой вот вырос урожай хороший. Прохладно, всего плюс 7 градусов. Вот такое небо. И продолжаем потихоньку вот обрезать морковочку. Такая вот. И здесь еще морковка. Здесь помельче. Свеклу сегодня убирать не будем, потому что не успеем. Ну и капусту еще рано. Такая капустка. Опять, кстати, нам залазили. Рвали кукурузу, но она здесь не спелая. Поэтому все равно никак не отвадить этих воров. Такая капустка. А морковную ботву всю будем отдавать хрюшкам. И пока
нашу вот обрезанную морковку Берликум Роял. Такая морковочка. Собираем нашу морковку в мешки и унесем под крышу, где она будет сушиться 2 или 3 дня. Такая морковочка. Сейчас эту будем собирать. И рыжик тоже собирает. Вот занесли всю нашу морковку в пчельник, где у нас пчелы зимуют. Дверь будем открывать на день. И вот здесь она будет сушиться. Такая, в общем, морковочка, такой урожай. Очень хороший, еще вот и мелкий целый мешок. Где на еду, где свиньям. В общем, урожай очень хороший в этом году. Можно сказать, отличный. Выращивали вот 3 сорта. Получается, русский гигант, сибирская медуница и Берликум Роял. Уже вечер, прибираемся на участке. Дожди совсем не дают ничего делать. Каждый день льют. Успели убрать хоть морковку со свеклы, помидоры вырвать. Так каждый день у дожди. Тепла нету, холод. Убрали горох. Потихоньку надо будет прибираться, наводить порядки к зиме. Еще цветет такой синенький цветочек. И бархатцы. И остатки цинии. Георгины желтые. И кариопсис, ну и остатки львиного зева. Амаранты позавалились вот так вот на бок. Вот этот большой куст тоже вот так вот он навалился. И земляника еще продолжает вот так вот цвести. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.